Всем здравствуйте, старики Приварийски, снова с вами, а также вместе с нами Инга и Йорн в своем красном бюстгальтере. О, я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Я старалась как-то под вас подобраться, чтобы хотя бы одинаковые штаны были одинакового цвета. Да. А тут вы как-то странно называете мою бюстгальтер, кофточку. На бюстгальтер размениваемся, да? Кофточка для вас, ну, это ж каким еще надо быть бюстгальтером? Это кофточка гиперборийский. Вы вообще все уже забыли, все вообще потеряли. Всякую ориентацию. Наверное, все из-за вашей маски. Посмотрите, какой он у нас. Отощал, бедняга. Ничего, я сока из смоляники могу сейчас долбануть. Вот Солсбери стейка могу съесть. Скушай, заячий помет. Из рад крысы он могу сожрать. Ядреный, он проймет. Вкусняха. Водички могу испить. Вот, собственно говоря. Ну что, у нас надо поговорить с Пейджем, а к Пейджу нам, как говорится, надо бежать. Давайте, вы мне заплатили денег за это, я теперь перемещусь, а вы уж тогда ко мне. Чего это я вам заплатила? Так опять до этого 94-го или... А, дом, нет, Фредди. Дом Фредди, ну. Я туда, короче говоря, перемещаюсь. А я на вас тогда, да, на сервис? Подожди, стой, а что-то он теперь не хочет туда перемещать. А вот дом Фредди, 20 крышек, 29, да. А вы на меня, ну, раз вы там купили у меня какую-то фигню за 100 рублей, вот теперь я поперемещаюсь, а вы не за 100, а за 150. Там, 199 было вроде, или 159. Разве это сумма? 150 это было, а потом еще 50, между прочим. Увидите, теперь на 10 перемещений практически вы меня купили. Да, вот именно, чтоб... Паночка села, ножки свесила на 10 перемещений. Да, да, именно для этого все и было сделано. Что-то как-то да. Не хочет моя на вас перемещаться, почему-то, не знаю. И тут опять целая шобла. А то. Эх, надо было присесть, если шобла там меня сейчас прибьют. О, бабах. Это гиперборейски кидается гранатами. Ой, кто это? Вендиго. Это была Вендиго. Сколько в ней всего полезного. Ты обобрал Вендигу? Подарочный пистолет. Так, ну чё? Самое лучшее. Подожди, тут случае... еще не все. У меня это внимание. Говорит Германия. А я вам когда сегодня звонил по телефону, со мной какая-то мадам эротично так разговаривала. Мадам эротично с вас денег взяла, небось. Ну да. Это... Нормально так. Да? Черт, гиперборейский. Ну не надо было этого делать. Это был автоответчик гиперборейский. Вот что это. Который сказал, что я не в сети. А вы смс-ку от меня получили потом? Да. Что вы там делаете? Где вы вообще? Да за меня напали. Да меня напали. Вон еще, вон он. Видишь? Телепается. Усохший. Где на вас напали? Страдает гиперборейский. Так вот ходить в одиночку-то. То я у них швабру отнял. О. Слушай, а я тебя не вижу. Я сзади хожу просто здесь. Я пошел туда, через дверь какие-то говнюки вышли. Нет, я вообще вижу твою надпись только, а от себя самого не вижу. Ты невидима у меня почему-то. Я вас недавно видел.
зашла внутрь, небось, или нет? Ну да. Я вот вижу, Инга Йорн ходит. Вот. А, вот, все, вижу, вижу тебя. Ну ладно, пойдем. Те. Да? Угу. Сейчас ширнусь. Давайте, давайте. Все равно нам тут в одиночку. Ну, ширяться-то все равно надо. А то я в прошлый раз начал разговаривать с этим другом. Смотрю потом, у меня, когда, ну, когда я его силой переубедил, я смотрел, у меня жизни там на один сантиметр после кротов. Ну, ну да, ну да, вы блефовали вовсю. Да. Так, ну пойдем. Где у нас тут что? Бридж. Так, ну что, все здесь. Тоннель выглядит зловеще, надеюсь, у вас чего? Похоже, все собрались, он мне сказал. Ну, давай. Доктор Хунрайт рассказала нам, что случилось. Мерзкие рейдеры и шайка бесполезных неудачников. Сосредоточиться на деле убежища 79, пока мы все вместе, нас не сломить, не отвлекайся. Ты работаешь на меня, а мне нужно открыть убежище. Все на месте, готовы? Ну, я думаю, наверное, вот это вот нижнее, может быть, сказать. Давай, давай. Наверное, Джен Рэдклифф. Я сюда в полной боевой готовности. Понял, понял, готов действовать. Давайте вскроем это убежище. Давайте. Чё? Тоннель выглядит зловеще. Надеюсь, у вас не возникнет трудностей. А у вас? Пройти через тоннель к золотой жиле. Обратиться через тоннель к золотой жиле? То есть надо идти туда и обращаться? Да. Ну, пойдем. Так, они со мной вообще. Пацанва вообще как-то... Тут какие-то кузнечики. Да-да-да, Панелопа, по крайней мере, пошла. Если верить Пейджу, толщина стен уменьшается по мере продвижения в гору. Золотая жила знает дорогу. Не знаю, кто там что знает, на меня кузнечики нападают. Пещерный сверчок Ротбака. А это кто? Все светится. Так, сверчок у нас злой, сильный, но злой, понятно, сильный. Ну-ка, где он тут есть? Светящееся мяско сверчка. И кислота. Да. Так, свет так, я не... Так, побежали. Побежали, ребята, побежали. Мозгогрибы собираешь? Нет, хотя бы раз мне поставили задачу. О, кроты. Кроты, кроты. Фрагмент раскопочной брони у него был. Да-да-да, фрагмент раскопочной брони. Бери там эти титановые какие-то, эти самые штуки. Так, смотри-ка, этот побежал вперед, сержант Рэдклифф. Так вот, как кроты-шахтеры проникли в наш тоннель, даже золотая жила наткнулась. О, вот они, вот они, вот они. А где-то еще кто-то есть. Ага. А на них, между прочим, эти кроты-шахтеры внимания не обращают. На них они не нападают. Какие странные существа. Все время что-то копают. Сейчас эти странные существа начнут палить почем зря. Ой, тихо. Да-да-да-да-да-да-да. Из ракетомета причем. Ага, слушай, надо их всех перебить. Что ты говоришь? Вон еще сзади просто остался. Видишь, я-то их не вижу, если я ватсами прощелкиваю.
я нашел жилу. Так, ну ты дошла до жилы? Нет. До жилы дошла? Нет. А она меня зацепила. Золотая жила имеет общую с целью. Золотая жила хочет говорить. Что-то траля-ля. Та-та. Ну давай, я жду. Ага. Да-да, пользоваться золотая жила говорить. Угу. Итак, мы должны войти в это убежище. Ты наш единственный способ. Прости, мы не забудем твою жертву. Мне не нужно тебе ничего объяснять, просто бури. Так, мы должны войти в это убежище. Наш единственный способ. Наверное, вот это. Первое, я говорю. Угу. Золотая жила выполняет расчет. Золотая жила будет выведена из строя при нарушении безопасности. А, то есть она сломается. Дай-ка, я отойду. Как-то там темнотища непроглядная. Ну, она жила в критическом состоянии, это было круто. Она отключилась. Теперь ее вряд ли удастся починить. Ох, она погибла. Она поборила дырку. Она погибла, да. Так, там опять какие-то. Внимание, мне пишут. Сержант. О. Ты злобный? Да. О, майн год. Как они? Отдай. Блин, меня убили. Да потому что эти дебилы вперед побежали и все. Или лазеры они на нас работают, я не поняла. Так, эту девицу Джен прибили. Я не поняла, турели, они на нас или не на нас? А, да, турели на наши. Нифига, не на нас. Офигеть. О, что-то надо делать. Зря я тебе отдала пистолет свой, сильно стреляющий. Они стрелять не желают, блин, твари. А у меня всех убили.
Они попрятались просто. Они за колоннами там прячутся. Меня убили всех, они сидят вон там так. Ну, в такой позе, в которой надо им вкалывать. Но почему-то я им вкалывать ничего не могу. А нет, вот они стоят, да. Это кто, Пенелопа Ханрай? Да блин. Еще были турели. Вон. Броню мне всю снесли нахрен. Боюсь, что у меня то же самое. Еще не все, тут было куча турелей. Где она еще одна? А, протектрон, подожди, протектрона мы можем и так прибить. Убила всех. А вот ты, решеточка. Мне нужна минуточка, чтобы успокоить нервы. Вот так, Энрике, ну-ка. Практически антиквариат. Если он засбоит... А, через эту решетку надо костюм одевать, кстати. Да. Она намекает на это. Так, сейчас, наверное, надо одеть. An antique? If it fritzes out while I'm in one of those grids, it will look like I went through a cheese grater. You're just like Goldilocks. Can't move too fast or too slow. Она пошла туда, в этом в костюме. Меня пока они только читают. Right. А, видишь, в нужном темпе надо двигаться. У меня ни в каком темпе не двигается. Ну, она прошла, эта девица. А прошла, а я нет. Все, я прошла, слава богу. Так не надо тебе ждать, Джен, написано. Че ты ждешь? Придумай, как включить лазерную решетку. Вот это такое. Хорошие новости. Вот это... А, у него какой-то там быстрый контроль надо сделать. Не надо ойкать. Похоже, у нас проблемы. Еще робота. Где роботы? Какие роботы? Короче, я не знаю, что она там делает. Убить охранников. А где они? Я не вижу. Ну, она стоит, куда-то целится. Там, за стеклом ее видно. А тут стекло вот. А, вот они вылезли, охранники. А чё ты меня видишь, что, зараза? Надо убить, не знаю, кого-то надо убивать. Сейчас там выйдут охранники, и их надо будет убить. Они в эту общую залу выйдут. Оля, у меня, слушай, это хреновина синяя стала. Я не знаю, какая она стала. Эти. Куча роботов. О, а теперь опять красная. Да беги же ты, блин! Какого черта она не двигалась? А-а-а, дурдом. Ждать, Джен, долго ждать-то я же не знаю уже сколько можно.
что не нравится броня. Что, роботы вышли, что у тебя там? Да, 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 у меня куча роботов. А у меня ничего нет. Так, сейчас, подожди. Вот, у тебя решетка стала синяя? Она вроде стала, но пройти-то я не могу все равно. Да, я могу. Первая решетка стала синяя. Поговорить с Пенни там написано, нет? У меня написано ждать. А, ну так жди, сейчас у тебя все-таки выскочат твои роботы. Очевидно, ничего, там Пенни просто... Можно ждать-то? Ну. Так, я, наверное, пойду сейчас это, выйду отсюда нахер и опять зайду. А потому что не хочет ничего делать, зависло все, чертовой матери. Поэтому, ну, у тебя, кажется... видишь, у тебя не вышли роботы. Должно было сейчас вывалить просто масса этих роботов. Я не знаю, у меня до этого их вывалило до хера. У меня было вот... После того, как девица зашла за красную решетку, вот после этого. Нет, не было. Ну вот, а это должно быть... Так, а где моя смерть и где моя сумка? Вот она. Уйди, Пенелопа. Так. Сейчас я выйду из локации. Блин, ни хрена мы как долго здесь шли-то. Я даже как-то и... Мне показалось, что мы как-то быстрее туда пришли. Угу. О, убить охранников. О, другое дело. Появилось. Давайте убивайте, потому что у меня тут Пенни уже меня изнасиловала. Мне надо поговорить, мне надо поговорить. Мне надо поговорить. О, что-то Матрон. Убью сейчас всех охранников, когда дойду. Кстати, грудная клетка и позвоночник мне нужны. Косточки. Так, надо сейчас мне глянуть. Я что тут бегаю? Я не просто так бегаю. Я ищу какой-нибудь станок ремонтный. Ну, очевидно, этого тут нет. Опа, меня они просто сразу положили. А я просто тебе... Просто положили. Говорила. Так, давай-ка, мне нужна радиация. Вот. Они жесткие, меня тоже вон положили. Стеклянная миска.
Так, станков я не вижу. Да сейчас поговорим, сейчас гиперборейские всех убьют, и мы поговорим. Вон его там. Режут на кусочки. Так, ну это должно быть 20%, да? О, ну, давай, опять убили. Раз. Откуда он пришел-то, блин? А, они прямо откуда-то с потолка падают. Я тоже этого не поняла этой шутки. Можно сюда уже зайти, наверное, да? Да, ну что у нас прости, тут? Прости, что напугала. Ну ты все, ты мне только скажи, когда ты все уже. Сейчас я все стик соберу, тогда будет все. Так, вернуть добычу. Мою добычу, заметьте, не чью-либо. Дёгтю, она говорит мне. Ну все, я все, мне надо поговорить с этой мадам, с Пенелопой. Ну да, да, давай. Мне тут делать нечего. С этой минуты операция становится слишком опасной. Я инженер, я не солдат. Я отправляюсь обратно во фору. Офигеть. А вдруг ты нам понадобишься? Ты ведь единственный, кто знает, как работает здешняя техника. Эй, я, между прочим, тоже здесь, а? Хорошая мысль, а опоре без тебя не забравит за. Значит так, ты хочешь нас бросить? Ну и катись отсюда. Не уходи, ты нам нужна. Так, хорошая мысль, вали нахер. Когда я вернусь, то сообщу Пейджу о том, как тут дела. Желаю удачи. Все, она убежала. Лазерная турель впереди. Рэдклифф, ты готов? Посторонись и смотри, как творится волшебство, да? Ты... Какое волшебство? Я их уже всех убила. Спрячься за чем-нибудь на всякий случай. То есть... Это открывается в другом месте. В каком еще другом месте открывается? Встретиться с Рэдклиффом в зале с турелями написано. Ну? Так, турели отключены, и открываю дверь. Она сама открылась. Рэдклифф, блин. Они охерели, блин. Выключил он турели. Он отключил, они меня убили просто на раз. Здравствуй, безрукая. Пенелопа руку где-то потеряла. Блин, Шурматрон пришел. Да? Что ты будешь делать? Не, конечно, если знаешь, там мне не стоит стоять напротив двери, ну ты ж не знаешь. Где тут была вода? А. Меня убили. Меня тоже убили. А что ты ручки машешь? Никто тебе там не поможет. Помогите, спасите! Что вам главное, не поможет. Их она не берет. Да, а их она не трогает, как ни странно. Они ее херачат, блин. По полной. Ох, Никерн, куда это меня кидануло, блин. Ай. Подожди, ну если этот мудак тут что-то отключал. Может, все-таки что-то отключить, хотя нет, тут нету ничего.
Так, где? Ультра-турель. Охрана убежище. Да, они штурматуру на эти турели завалили. Ладно, я попробую просто мимо них просочиться потихоньку. О. Да там еще этих, до хрена. Полковник Храбрец. Угу. Ультра-турель. Вот если они не видят, они не стреляют. Ага. Почему я не попадаю? Рэдклифф, я думал, ты отключил все турели, тварь ты такая. Видно, эти питались от чего-то другого, какой-то херни. Ну и чё, открывай давай ворота, чё. Требуется терминал, чтобы дверь открыть. Куда она пошла? Здесь чего только нету. Так, ты открываешь дверь или что ты там делаешь? Нет, я расстреливала турели. У меня-то ж нету, зря я тебя отдал, кстати, этот зря. У меня нету сильного пистолета. Я пробовал, ни хрена. А, вот терминал, ёлка зелёная. Через ВАЦ надо стрелять, а не ни хрена. Ты же ВАЦом не пользуешься почему-то упорно. Так, чего надо? Зачистить атриум. Ну? Все тупим. Так, грёбаный стелс-шмелс. Охранная система атриума активирована, меры защиты активны. Все посторонние будут уничтожены. Mm-hmm. Кто это, блин? Вот твари завалили опять. Просто на раз иду. Они в этой броне меня убивают. Я в этой стелсовской броне. А, ты в стелсовской броне? Понятно. Пока это они меня разбили и так, блин, все. Из нее-то можно стрелять и хотя бы несколько выстрелов, пока ты в стелсе. Они на тебя не реагируют. Офигеть, сколько там роботов! Ну и что ты там делаешь, Пенни? Джен, вернее. Ты, может, выстрелишь в нее хотя бы? Для разнообразия. Короче. Угу.
Наконец-то ее прибили. Ой. Что за хрень? В стелсе не могу переключать пип-бой? В смысле не можешь переключать пип-бой в стелсе? Можешь? Да, не могу. Так, что, роботы их не трогают? Что странно. Тут этот аннигилятор, блин. Так, ты какого уровня, храбрец? Так, тихо. Мне надо съесть что-нибудь радиоактивного, Сейчас я вас всех тут разберу на запчасти, тварлики. Вот так, наверное, да. Похоже, пока что разбирают гиперборейского. Блин, че ж вы так тут скучковались-то, а? Зараза. Пока их два. Беги! Офигеть! Он легендарный, он мутировал. Где он, гад? Где была эта грёбаная вода, блин? Блин, гад, в эту, что ли, в инвиз входит? Аннигилятор-то? Да. Не знаю. Не успел. Вон он где. Надо дождаться, когда он начнет это. Когда он начнет заправляться, ну, вот это, охлаждаться. Ты стреляешь, у тебя же совершенно другая тактика. Я рядом с ним сижу. Если я начинаю бить, мне ждать, когда он там начнет охлаждаться... Блин, и сейчас он опять будет по полной, да? Давай смотреть, по полной или не по полной. Нет, турели вроде как. Да, по полной. 3 звезды, блин. И полное здоровье, зараза.
Мне бы сумочку забрать мою. Вот она. Есть ремонтная мастерская. Угу. Броня еще целая, хотя подбили мне ее изрядно. Пару выстрелов и там. Мне надо мелких роботов поубивать, потому я что. Я их давно уже убивал. Да. Они, зараза, тут вместе катаются. Так, ремонтная деревянная броня. Да блин, ты броня. Ж меня не видишь, ты ж меня не видишь. Чем мы так медленно бежим? Коза, блин. Вам, Жен, лучше держаться подальше. Короче, я тебя жду. Они мне тут что-то втирают. Пойти в защищенную часть убежища у меня стало теперь. Изолента, скальпель, что только нету. Питьевой фонтанчик. Интересно, а он будет мне это самое будет гадить? Вот я Нет. его именно ищу, он мне нужен. Я штука что здесь где-то? Под лестницей сразу. Как вот заходишь под лестницу. Ну, куда заходишь? Вот там... сверху, вот где робот этот ездит, самые верхние заходишь, да? Спускаешься по лестнице, смотря с какой. Если справа, то налево, если слева, то направо. И вот оно там внизу под ними. А, вот, кстати... Болезнь какую-то подхватили. Твою мать! Выйди! Блин, нахера я стал открывать этот сундук, чертов, блин. А кто тебя там прибил? Там же все вроде. Твою мать, знаешь, сколько выскочило? Да? Да. Еще и радиацией какой-то заразили, дерьмом каким-то. Так, похоже, надо, блин. Так, а где моя сумка? Вот она. Так, ну вот, пойдем попробуем. Этого аннигилятора. Да какого хрена, блин? Не, как-то в ближнем бою его никак.
Да блин. Где он есть там? Подо мной, что ли? То есть... Это как? Мутировал, скотина. То есть через эти мы не стреляем, да, я так понимаю? Не стреляем. Так, что-то выдали. Шмоточки. А эти двоечники, слушай, пули херачат, блин, эти стоят. Офигеть. Чё рвануло? Целятся куда-то там, куда непонятно. Пожалуй, ребята, демократы, присяду. А ты где сейчас? Я пытаюсь этого аннигилятора расстрелять. А, так ты еще до сих пор его не расстреляла? Нет. Так, а мне тут броню наваливают. Провоцирующий 50-го калибра пулемет дали. Так, в общем, я тебя жду. Костюм работника. Просто когда ты расстреляешь аннигилятора, будь готова, что на тебя куча гулей выскочит. Все, что блестит, выполнено задание, короче. Стимуляторы, патроны, стелсбои, головной упор, туда-сюда. Раскрытые тайны, значит, и задание. Спасите, так, а подожди, убежище. Что с золотом-то что? Пока ничего, я просто дальше прошел и все, а там дальше еще идти надо. Вон там кто-то стоит, им надо трепаться. Я еще пока туда не хочу подходить, потому что вдруг еще что-нибудь начнется. Я пока гуляю. Направо смотрю, налево смотрю. Может, что украсть туда. Смотри, кровати здесь у них. Тут что только нету. Но только зайти туда никак нельзя. А вот сюда можно. Мяч, грузовик. У меня уже стимулятор. Возьму. Будильничек возьму. Даже не знаю, здесь будильник может быть. О, сумка для боеприпасов. Она на... Волокна разделяется, да? Я тебе об этом говорила 100 раз уже. Я тебя и переспросил просто. Не значит, что я не знаю. Так, фух, рванул. Так, что-то там дор, да, дор, открывается дор. Кожаная броня, антисептик, схема. Надо будет посмотреть, что за брунька. Ну чё? Так. Чё дальше?
Войти так. В зачищенную часть убежища. Так, сейчас говоришь, Гули, да, попробуй? Ну, они когда открывают дверь вот ту, они оттуда как метнулись на меня. Ну, правильно, это все бывшие работники, я так понимаю, да? Я даже вон уже слышу, что там происходит. Там ломится в эту дверь. Так, ну? А ее как надо открывать? Они сами открыли, я ничего не делал. Я стоял там, копался просто в этих ящичках. Угу. Она сама мне собой открылась, интересно. И пока я копался... Они меня видят? Нет, они меня не видят. О да, о да. Блин, ко мне зацепил этот скотина. В общем, я жду. Хитрец. Блин, там радиация. Там радиация, что ли, в том убежище? Не-не-не-не, нафиг, нафиг. Так. Ой, елки с палками, там еще и светящиеся есть. Есть, есть. Что мы сделали? Черт. Ну, естественно, с одного точка. С одного точка. А меня зацепили дальше уже. Квест зацепил. В смысле убили? Кого убили? Я тебя убили. Ну, я квест, знаю. Говорю, зацепил. Ну, ты как всегда. Ну, она притянула меня, этот диалог. Все. Нам уже серию как час назад надо было заканчивать, блин. Ну, не час, а 5 минут. Ну, заканчивайте. Ну как, а... А, ну, короче говоря, давай так. Я же не буду никуда из игры выходить. Многоуважаемые зрители, давайте мы на сегодня закончим. А весь этот диалог, который меня зацепил, вы увидите в следующей серии. А Ингуся пойдет добивать там своих этих... кротов или еще чего-то. А на сегодня это все. Спасибо. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания и... Пока, зрители Гиперборейского. Я-то иду дальше. Ну ты тормознись, начнешь просто. У тебя будет грузиться 22 дня, блин, эта серия. Да, ну ладно, дорогие давайте, зрители. Пока, мои пока. Тоже, да. В следующей серии пока. Посмотрите, как она добивать будет. Светящихся все. Гулей. Ваш соратник выполнил задание, мне написали. Так что еще раз пока. Нет, это гони бомжей.